Привет, друзья! Приготовим 2 литра вкуснейшего лимонада всего лишь из одного апельсина. Апельсин необходимо хорошо вымыть и заливаем его кипятком, чтобы избавиться от воска, которым был он покрыт. После чего апельсин отправляем в морозилку на несколько часов, чтобы он хорошо замерз. После того, как апельсин замерз, его необходимо нарезать на небольшие ломтики. Во время заморозки мы избавляемся от лишней горечи, которая находится в кожуре апельсина, и его легче будет нам измельчить. Теперь порезанный апельсин необходимо отправить в чашу блендера, либо перемолоть его с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Должна получиться однородная кашицеобразная масса в результате. Когда апельсин измельчили, его необходимо переложить в какую-нибудь глубокую емкость. К этому измельченному апельсину добавляем 500 мл воды и оставляем на 30 минут, чтобы апельсин хорошо настоялся. Через 30 минут этот апельсин следует хорошо отжать. Я буду сразу отжимать в остальную воду, здесь у меня 1,5 литра. И хорошенечко через ситечко, либо через марлю пропускаем апельсин, который уже настоялся, и выжимаем этот весь сок из него. Воду, в которой я все разбавляю, я немножко подогрела, чтобы хорошо в ней растаял сахар. Добавляем сюда 200 грамм сахара и немножко лимонной кислоты, буквально 1/2 чайной ложечки без горки. И все хорошо перемешиваем до полного растворения сахара. Как я уже говорила, воду можно немножко подогреть, чтобы сахар быстрее растворился. Вместо лимонной кислоты по желанию можно взять лимонный сок. Получаем вкусный охлаждающий напиток. Когда сахар растаял, напиток разливаем по кувшинам либо бутылкам и ставим в холодильник на часик где-нибудь, чтобы он хорошо охладился. Если вам был полезен рецепт, не забывайте ставить пальчики вверх и писать свои комментарии, а также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч! Спасибо за просмотр!